даже самая большая люстра в вашей квартире может стать ночником, если она включается через новый регулятор тока с сенсорным управлением. Регулятора тока можно плавно изменить освещенность вашей квартиры. Применение регулятора тока уменьшает расход электроэнергии. Регулятор тока устанавливается вместо встроенного электровыключателя. Он удобен и прост в обращении. Цена регулятора 10 рублей.